Всем Амурский привет, с вами Железный Кот, и сегодня в этом видео я вам расскажу то, чего вы не знали о Железном Человеке в комиксах, ну или скорее всего не знали. А ты ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну и конечно же нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А мы начинаем. Тони Старк в одном из комиксов оказался женщиной под именем Наташа Старк, и в конце концов она влюбилась в Кэпа. Тони в комиксах любит флиртовать с девушками, и еще он очень богат. Тони в комиксах встретился с Сорвиголовой. Чуть-чуть подрался, а затем помирился. Еще он попросил Кэпа научить его драться, и он его научил. И еще в других комиксах он в рукопашке одолел Кэпа и многих других. На данный момент Тони в комиксах более злодей, чем герой. Тони владеет зоной 51. И еще он в своих костюмах может свободно летать в космосе. И еще у Тони в комиксах есть костюм модель 52, способный трансформироваться в автомобиль. Да, кто же мог подумать? Только те, кто читал комиксы. А на этом у меня все. Всем амурски пока и удачи!